Под Екатеринбургом в дорожной аварии погибли 2 человека. Еще одна тяжелораненая 66-летняя женщина госпитализирована. Авария произошла сегодня на ремонтируемом участке автодороги Пермь-Екатеринбург в районе города Ревды. Смертельная авария. Трасса перекрыта практически наглухо. Около часа стоял. Около 9 утра на автодороге Пермь-Екатеринбург, 307 километре, автомобиль Renault Sandero, двигаясь со стороны города Перми, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. Один человек пострадал, 2 погибли. За рулем темно-красного Renault Sandero находился 68-летний водитель. Машина двигалась со стороны Перми в направлении Екатеринбурга. В какой-то момент, по словам водителя встречного грузовика «Вольво», легковушка стала отклоняться влево и выкатилась на полосу встречного движения. Из-за установленных на ремонтируемом участке бетонных блоков у водителя тягача не было возможности свернуть вправо. Удар оказался лобовым. Водитель «Рено», на чью сторону пришелся основной удар, скончался на месте. До приезда скорой помощи отдала Богу душу и 54-летняя пассажирка, сидевшая сзади, за водителем. А вот 66-летняя женщина, предположительно супруга водителя Рено, находившаяся на переднем сидении, помощи врачей дождалась. Ее в тяжелом состоянии доставили в Первоуральскую городскую больницу, где борются за ее жизнь. 33-летний водитель тягача Volvo не пострадал. На время ликвидации последствий аварии движение в районе 307-го километра автодороги Пермь-Екатеринбург временно было полностью закрыто, после чего инспектора совместно с дорожными рабочими сделали реверсивный объезд по второй ремонтируемой проезжей части.